Сегодня мы проводим единый развод сил и средств, которые в системе единой дислокации заступают на охрану общественного порядка по городу Якутску. Это, вот вы видите, все те силы, которые будут обеспечивать правопорядок. Я считаю, что сегодня у нас по городу достаточно сил для того, чтобы контролировать полностью ситуацию в городе и своевременно по горячим следам раскрывать преступления. После окончания несения службы у нас в обязательном порядке подводятся итоги несения службы. Те сотрудники, которые отключились, мы, естественно, их поощряем, чтобы была состязательность в работе, и сотрудники стремились реализовать свои профессиональные качества и продвигаться дальше по службе. Сегодня вот мы наградили ряд наших сотрудников патрульно-постовой службы, ГИБДД, которые благодаря их профессиональным, грамотным, умелым действиям были задержаны опасные преступники в городе. И преступления были раскрыты по горячим следам. Также вот вы видите два ряда новых машин. Это мы получили от Министерства внутренних дел Российской Федерации. Данный транспорт у нас распределен как непосредственно в городе Якутске, так и по всем нашим районам нашей республики. Я считаю, что это позволит нам более качественно оказывать услуги населению, своевременно прибывать на вызова и своевременно обслуживать.